Чебоксарах достроено жилье, в котором будут жить горожане, чьи дома попали в четвертый этап программы по переселению из аварийного жилья. Съемочная группа побывала в микрорайоне Соляное. Еще не заселенный дом на 144 квартиры. Все для переселенцев из аварийного жилья. На сегодня все, в принципе, объекты в таком состоянии. Детские площадки стоят, благоустройство сделано. Остались буквально последние нюансы. И, соответственно, я думаю, торжественное вручение ключей мы начнем уже где-то с начала октября. Переселять в Соляное будут со всех районов столицы. Те, кто жил, к примеру, в центре, от этого, конечно, не в восторге. Опасения понятны. Однако через некоторое время район перестанет быть окраиной. В общей сложности здесь планируется построить 200 тысяч квадратных метров жилья со всей необходимой инфраструктурой. Допустим, сейчас вот остро стоит вопрос по садику в этом микрорайоне. Мы подали заявку в соответствующий Минстрой России. Я думаю, на следующий год нам финансирование выделят. В следующем году, здесь уже 1 сентября, я думаю, садик запустится уже. Здесь очень много домов еще будет строиться. Соседний дом буквально. Это коммерческое жилье, вот за вами тоже коммерческое жилье. Люди эти квартиры здесь покупают. В принципе, другие, да, не переселенцы из аварийного жилья. Кстати, в соседние дома уже въехали те, кто раньше вошел в эту программу. Удобства не было, вода на улице, и туалет на улице было. Сейчас хорошо, но привыкаем, квартира нравится мне. Там что, старые дома? Тут-то лучше, конечно. Новый, все, квартира-то новая. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика.